Автор Юлия Бакирова. Категория «Занятость населения». Автору блога министру труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Абылкасымовой. Добрый день. При осуществлении работникам трудовой деятельности в праздничные дни в период командирования работодателям должна производиться оплата в повышенном размере, но не ниже, чем в полуторном размере, исходя из дневной ставки работника. Бухгалтер утверждает, что такие выплаты никогда не производились. Как получить эту оплату? Уважаемая Юля, в соответствии со статьей 109 Трудового кодекса, при осуществлении работником трудовой деятельности в праздничные дни, в период командирования работодателем должна производиться оплата в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров, но не ниже, чем в полуторном размере, исходя из дневной ставки работника. В случае нарушения данных требований вы можете письменно обратиться в местный орган по инспекции труда. Именно на основании поданного заявления будет осуществлена проверка. И в случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Оформление командировки в организации должно быть утверждено учетной политикой и положением о служебных командировках, где должны быть установлены нормы суточных, порядок оформления командировки и прочее. При направлении в командировку издается приказ о командировке работника, в котором устанавливается срок командировки, пункт назначения и цель командировки. С данным приказом должен быть ознакомлен работник. В соответствии со статьей 127 Трудового кодекса РК на время командировки за работником сохраняется место работы и заработная плата за рабочие дни, приходящиеся на дни командировки. Если размер суточных превышает предел, установленный под пунктом 4, пункта 3 статьи 155 Налогового кодекса РК, то сумма превышения признается налогооблагаемым доходом работника. С данной суммы удерживаются соответствующие налоги. По возвращении из командировки работник составляет авансовый отчет и прилагает к отчету подтверждающие расходы документы.